Здравствуйте. Вы прекрасно знаете, что дети – существа намного более активные, чем взрослые. Но есть дети не просто активные, а активные очень, ну очень активные. Вот о таких очень активных мы сегодня узнаем, а что по этому поводу думают наши эксперты. Давайте. Давайте. Они двигаются, прыгают, кувыркаются, катаются. Мы все дети на одном месте. Нам интересно двигаться. Дети должны ходить на горшок, пока не вырастут. Все-таки узнаем, что по этому поводу думают наши продвинутые эксперты. Надо лекарства, таблетки смотреть и... Давайте все-таки поинтересуемся, что думают о причинах плача наши эксперты. Давай. Давайте. Когда они совсем малюсенькие, но они только раскрывают рот, ничего не говорят и плачут постоянно, потому что их всегда бьют и разбужают. И обижают. Чтоб дети не плакали, мама их жалеет. А когда дети спят и их кто-то разбудил, мама вот так: Люли-люли-люли, прятки. И как-то там какое-то имя, ну, какое-то имя, например, имя Дэвидь, кукол Татьяна. Ты что ли, меня? Да. А ты уже тяжелая. Замечательно. Поговорим с нашими экспертами. Давайте. Давайте. Гимнастику. А учителя зовут Наталья Григорьевна. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи – страшный зверь стафилокок. Стафилокок – это гриб. Гриб. Гриб – это такой неполезный гриб. И, ну, какую-то неполезную еду едят, и гриб начинается. Микробы. Микробы. В роту, в носу или еще там. Здравствуйте, дорогие друзья. Тема нашей сегодняшней встречи – витамины. Все-таки узнаем, что думают по этому поводу наши эксперты. Давайте. Когда я ем витамины, говорят на меня: